Готовность региона к весенне-полевым работам обсудили на очередном заседании правительства Тверской области в этот четверг. По словам губернатора, одна из главных задач – оперативно и своевременно довести весь объем господдержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки. Наталья Чегет продолжит. Порядка 285 миллионов рублей будут направлены на проведение весенних полевых работ. Планируется, что посевные площади составят более 500 тысяч гектаров. Сейчас проходит подготовка техники к работе. Также в этом году 96 миллионов рублей направят на закупку сельхозмашин. Как отметили участники заседания, средства должны быть предоставлены аграриям в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить начало проведения посевной кампании вовремя. Максимально короткие сроки, те деньги, которые запланированы, надо отдать селянам. Для чего, я думаю, объяснять не надо. Надо закупить в достаточном количестве семена, удобрения, ну и другие расходные материалы, без которых посевную не проведешь. И чем раньше у крестьян будут деньги, тем проще решить этот вопрос. Стратегически важным направлением в агропромышленном комплексе во время заседания губернатор назвал льноводство. В этой связи перед областным Минсельхозом была поставлена задача закончить разработку программы по развитию льноводства региона. Кроме того, необходимо уделить внимание страхованию сельхозпроизводителей. Директор крупного банка отметил, что на примере их клиентов это необходимая мера, так как условия, в которых работают сельхозпроизводители, непредсказуемы и не всегда приводят к тем результатам, на которые рассчитывали аграрии. Сельхозпредприятие занимается посевом, сопровождением своих этих посевных площадей, но приходит время уборки, и погодные условия приводят к тому, что урожай либо не собирается, остается в поле, либо он убранный, пропадает в полях. Страхование урожая, она бы позволила им минимизировать свои убытки и обеспечить положительный результат своей деятельности. Как подчеркнул губернатор, от своевременности и качества проведения весенних полевых работ зависит результат всей отрасли сельского хозяйства. В этой связи глава региона призвал всех ответственно подойти к организации кампании и сконцентрировать на этом имеющиеся ресурсы. Кроме того, Игорь Руденя дал поручение провести в первой половине марта отраслевое совещание с главами муниципалитетов и аграриями региона, на котором должны быть выработаны конкретные решения по выполнению задач по проведению весенних полевых работ. Ближе часто общаться с производителями на территории, потому что мы видим, что коронавирусная инфекция отступает, и мы понимаем, что в том числе сейчас активно еще движется прививочная кампания, поэтому сельское хозяйство дистанционно, ну, это очень сложно. Я уверен, что мои коллеги и главы муниципальных образований будут лично, что называется, ногами отрабатывать территорию, ездить, и сам, я сам вместе со своими коллегами тоже приму в этом самое активное участие. Также участники заседания рассмотрели кадровое обеспечение посевной кампании. На предприятиях требуются трактористы, разнорабочие, агрономы. Данный вопрос планируется решать совместно с Тверской государственной сельскохозяйственной академией.